Всем доброго дня. Это продолжение ряда видео, которые отражают то, что происходило в Болгарии на семинаре в июне 2019 года. И это продолжение темы, связанной с Хоуцвань. Вы уже видели два предыдущих видео, посвященных этой теме, а видео с семинаров вообще там у нас несколько уже выходило, да? И вот эти вот фрагменты, которые вы сегодня увидите, это такая вот совсем вот прям маленькая частичка, где мы работаем над тактическими и стратегическими моментами, связанными с Хоуцвань. Отдельно поясняться это не будет, потому что, ну как бы здесь в видео я не вижу такого вот смысла это все пояснять. Но в любом случае, приятного вам просмотра. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии. Почаще заходить на канал, жать колокольчик, подписываться в Телеграм. Все пароли и явки внизу в описании к видео. И еще раз хорошего вам просмотра. Вот движется по кругу. Сейчас без рук. Скользящие. Да, я сделал бы. И теперь мы вторую ногу отправляем по кругу. Только сейчас все равно ты по прямому вектору. Ты вращался, но двигался прямо. А с самого начала нужно прямо заворачивать? Не-не-не. Ты можешь. Смотри, сейчас медленно. Ты... Вот я так. Да-да-да-да. Просто себе представь, что корпус упадет вроде прямо, а ноги наоборот. А очень долгий. Почему получился? А я не знаю. Больше коротких шагов. Больше коротких. Если нужно еще, делай еще. Ага. Еще и еще. Обходи, собственно, тратить только короче, круга выше не делай. Очень длинная линия. Тебе нужно прям в контроле, по сути, остаться, да? В контроле остаться, да. Самый главный короткий шаг. Если хочешь, можешь даже все время работать на легком вдохе, оттягивая диафрагму. Вот это и есть настоящий цигун, когда ты умеешь укорениться или когда ты можешь при помощи диафрагмы поднять свой вес.
за мной. За мной. Вот. Вот, возьми, протолкни. Что я сел-то? Вот. Я сижу специально, чтобы ты ничего не мог сделать. Я укоренил, я на ноги отработал. А ты меня толкни. Вот. Молодец. Поэтому ты слушай. Ничего не бросай, не бросай. Короче, короче, ходи. Вот. Да. Короче, ходи. Не получается. Да еще плохо. Плохо. Вот. Вот. Поставь меня здесь. Я украю. Нет? Вот смотри. Что с ним убирайся сюда, если я украю? Убирайся. Еще. Уперся. Не давай. С поставленным давлением пока.